Более 160 международных наблюдателей уже аккредитовались на предстоящие парламентские выборы в Казахстане. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров. Он уточнил, что это представители 16 стран и 4 международных организаций. Глава ЦИКа провел встречу с миссией наблюдателей от Содружества независимых государств. Он поблагодарил их за постоянное участие в наблюдении за выборами в нашей стране и отметил большой опыт в этой сфере. В свою очередь, первый замгенсека СНГ Леонид Анфимов сообщил, что от миссии на выборы в страну приедет около 200 человек. Основной состав наблюдателей будет задействован непосредственно в день голосования. В Астане с сегодняшнего же дня приступает к работе штаб миссии наблюдателей от СНГ, который при содействии Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдение избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ проанализирует избирательное законодательство, подготовит для наблюдателей информационно-методические, нормативно-правовые материалы, касающиеся избирательного процесса, распределит наблюдателей по регионам Республики Казахстан и определит порядок их работы.